Поговорим немного о веганстве. Итак, термин веганство появился как одна из классификаций вегетарианства и был введен в 1944 году Дональдом Уотсоном. Под вегетарианством со времени возникновения этого понятия подразумевается отказ от мясной пищи или, по крайней мере, ее видов, и в ряде случаев рыбы, молока и яиц. Не существовало какого-либо строгого перечня продуктов, не подлежащих употреблению. Первая классификация возникла после того, как среди вегетарианцев возникла тенденция включать в рацион яйца и молочные продукты, что отличалось от предшествующей практики более строгих ограничений, примерно соответствовавшей современному образу жизни веганов, но тогда еще называвшейся просто вегетарианством. В результате появились термины «старовегетарианство» и «младовегетарианство». В современных терминах «веганство» или «оволактовегетарианство», «лактовегетарианство» соответственно. В дальнейшем разнообразие вариантов вегетарианского питания увеличивалось, что в ряде случаев сопровождалось компромиссами в планировании рациона, в том числе противоречащими изначальным идеям вегетарианцев. В результате в рамках вегетарианства выделился ряд направлений, для обозначения которых возникла соответствующая терминология. В современной классификации различают также варианты вегетарианства, как ово-лакто-вегетарианство допускает яйца и или молочные продукты соответственно, и веганство. Существуют также близкие к вегетарианству диеты – пескетарианство, поллотарианство, флекситарианизм, фриганизм, фрукторианство.